В Якутске прошел первый республиканский фестиваль хореографии «Ритм». Его приурочили к мероприятиям 385-летия вхождения Якутии в состав российского государства и 95-летия образования автономии Якутии. Конкурс прошел по четырем возрастным категориям. На площадку вышли детские, юношеские коллективы, студенты и танцевальные ансамбли и студии. Участники представили национальные, народно-сценические, эстрадные, современные, уличные и клубные танцы. К слову, по последним соревнования прошли впервые. Мы выставили очень хорошо, у нас строят кличный, и наш танец называется уличный, но по-другому называется клубный танец, и нам очень весело. Вас четверо? Нет, пятеро. Пятеро? Да. Ага. Какие ощущения от танцев, от движений? Клевые! Мне очень понравилось. Сегодня очень жарко, прям так хочется петь, танцевать вообще. Такие эмоции выплескиваются.